Всем привет! Вы на канале VNG Build House. И сегодня я хочу рассказать о наших колоновидных растениях, которым один год. Это эксперимент. Как утверждает реклама, колоновидные растения дают красивые вкусные плоды и растут вот в таких вот горшочках. Давайте посмотрим. В том году, то есть им уже год будет, да, на следующее, вот на это лето, которое будет, я посадила грушу колоновидную. Вот она такая у нас уже выросла. Дальше абрикос колоновидный, принц, персик, нектарины, яблоки. Вот яблоньки. Угу. И также черешню. Несколько видов. Вот она мне, черешня. Вот в таких вот красивых горшочках. Зимуют колоновидные растения при температуре плюс 2, плюс 3 градуса. Необходимо их поливать. Вот для этих целей у меня есть водичка. Земля должна быть и не сухой, и не мокрой, то есть средней. Ну вот посмотрим, где у меня тут сейчас начало подсыхать. Ну я думаю, вот, например, да. Ну немножечко мы сейчас это дело польем. Вот. Ну и так вот каждое растение. Они ждут своего часа, когда станет теплее. Я их потом летом вынесу уже на участок. Будут украшать наш участок. Вот. И здесь есть такой вот термостатический регулятор температуры. У меня стоит плюс 2, плюс 3 градуса. Да, Жиська? Вот так вот мы ухаживаем за растениями. Да, я совсем забыла. Хочу вам показать мои колоновидные растения, которые посажены непосредственно в землю, тоже в прошлом году. Вот они. Это также в виде эксперимента. Я хочу его провести года три, чтобы потом посмотреть, кто будет лучше развиваться. Растения, которые в горшочках, или растения в земле. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А у вас есть колоновидные растения? Делитесь опытом. Ничего нет невозможного. Двигайся, чтобы сохранять равновесие.